такое маленькое видео, не столько, как говорят, видео, сколько совет. Совет, как смотреть видео в YouTube в хорошем качестве. Потому что часто бывает такое, что люди даже не замечают, что видео можно смотреть лучше, чем на самом деле они его смотрят. Ну, к примеру, на моем канале, вот, могу и показать. Включаете канал, и, к примеру, идет первое видео. Вот оно идет в таком качестве, люди не обращают внимания, смотрят и не видят того, что, к примеру, вот здесь внизу есть такая звездочка. Вот если вы нажмете на звездочку, то вы увидите, что есть качество, автонастройка, 360 пикселей. А это потому, что ваш компьютер может быть медленным или занят, и YouTube автоматом выставляет такую настройку, которая как бы, чтобы шла быстрее. Но если вы здесь отметите вот эту вот птичку, то увидите, что сверху есть более высокое качество. Допустим, самое высокое 1080. Конечно, может быть медленнее, и надо будет поставить на паузу и подождать. Но зато смотрите, как меняется сразу качество. То есть вот то, что я и хотел показать, к примеру, такой маленький совет, потому что уверен, что многие просто на это не обращают внимания. Теперь буду снимать еще такие всякие советы по программам прямо с компьютера. Так что все, до следующего видео. А вам удачно смотреть видео ваши любимые в YouTube, к примеру, в лучшем качестве. Так что обращайте внимание на вот эту звездочку. Всем пока!